Вы там кушаете, все нормально? Да, мы это грабим дома. Домой отправили этих раненых наших. А, да? 10 человек ранило. Руки, ноги поотрывало. Там говорят, это, видите, бригаду, говорят, привезли эти гробы. Да, честно, я не знаю. Там где-то 160 человек погибло. Короче, такая хуйня. Всех отправляют на передовую. Вообще воевать? Воевать, да. Пиздец, нахуй. Не знаю, а нахуй. Я отказ написал. 170 человек отказались. А что на этом умирать-то ехать? Ну, я не знаю, нас увезут, наверное, куда-нибудь. В прокуратуру, ФСБ. Не знаю, потом домой вернут, наверное, судить будут. Я не знаю. Ну, блядь, сука, еще не легче. Ну, лучше, блядь, живым быть, чем сдохнуть. Сейчас не доедем. Мы не доедем. Если мы поедем, сейчас колонна не доедет. Потому что я знаю, куда они поедут. Они там не доедут. Там жопа ебаная. Они на подъезде всех расхуярят. Какого хуя вас-то посылают? А потому что некого, понимаешь? Всех перебили, блядь, пехоту. Нам, знаешь, что вчера сказали, блядь? Мы, блядь, спросили, а чё самолеты где, нахуй? И вертолеты. А их жалко, нахуй. А вы расходный материал, блядь. Вот и все, нахуй. Пошли, нахуй, расходный материал, блядь. Я хуй поеду, блядь. Так в прокуратуре и скажешь. Да, так я, конечно, так и скажу. Мне вообще похуй, блядь. Все охуели, блядь. Пидорасы, блядь. У нас нет уже той боевой мощи, которая была. Она все кровь взяла, блядь. Больше половины. Блядь, 70%. Ну как это так? Больше половины, 70% техники уже все. Уже ее нет, ее разъебали, нахуй, все. Потому что нет поддержки, блядь, нет поддержки с воздуха, нет истребителей, нет нихуя, блядь. Не знаю, почему так, я думал, что, блядь, в России заебись, оказывается, нихуя не заебись. Ну и чё, вас просто там тупо на смерть кинули или как? Ну, получается так, нахуй, пока. Ну и чё, и просто тупо сидеть и ждать, или чё? Да, потом... просто тупо ждёшь, вот пока тебя въебут, нахуй, и всё. У нас вот другой задача, ну, сейчас, блядь, просто надо же куда-то обращаться. Да никуда не надо обращаться, ты только не смотри, не пиздани там никому, ничего, блядь, нахуй. Меня, по-моему, еще за жопу взяли, нахуй. Вообще никому. С бабами я ни с кем, только это ни все деревянно общаюсь. Ни с бабами, нахуй, ни, блядь, с паханом вот эту хуйню не надо ему говорить, нахуй. Потом пизданет кому-нибудь, меня потом в жопу туда съебут, нахуй. Или базовали часы. А кто у него там генералы, офицеры, блядь, знакомые? И что? Ну, а такая ты не звонил, что-то 2 или 3 дня. Он же сам, типа, начал. Я, говорит, все узнаю, все. И ему тогда позвонили, сказали, что ты, блядь, в Николаевской области. Я еще и спрашиваю, сейчас он куда не ушли. В Николаевской области. Ну, все нормально, типа, все живые, но колонна попала в какой-то этот непонятный ситуацию. Ну, был, да, у нас там разъеб. У нас, блядь, колонна, вот как раз мы когда двигались, разъебали там часть, нахуй. Ну, и мы съебались, нахуй, вовремя. Нет. Короче, мы, можно сказать, что мы съебаемся. Мы только съебаемся, просто. Мы, блядь, не отстреливаемся, а просто съебаемся. Все, пиздец. На что, блядь, задача комбат сказал, ебать, нахуй, блядь. Просто, мне говорит, бог на задаче остальных комбриков, там, хуигов. Наша задача просто съебаться, просто, блядь. А изначально у вас сколько было? С минимальными потерями. Да у нас батальон, вот, у нас, в принципе, ну, как батальон, у нас там батальон 40 человек, нахуй, получается. Может, не, может, 60 с лишним. Нет, да у нас и был такой маленький батальон. У нас же сводный, я тебе объяснял. Да я поняла.